Всем здравствуйте! Знаменитая певица Диана Гурцкая очень тяжело переживает невосполнимую потерю. Ее любимый муж, Петр Кучеренко, ушел из жизни от разрыва аорты. Напомним, трагедия произошла 20 мая этого года. Внезапная гибель настигла Кучеренко прямо на борту самолета из Кубы, куда замминистр Минобрнауки летал в командировку. На своем сайте министерство опубликовало фото Петра из командировки. Вместе с коллегами Кучеренко позирует на фоне Гаварского университета всего за несколько часов до того, как попадет на свой последний рейс. Кучеренко так и не успел сказать последние слова своей супруге Диане и 15-летнему сыну Константину. Отметим, что после того, как прошли все траурные мероприятия, единственный наследник Кучеренко написал трогательный пост. «Хочу вам поведать не очень хорошую новость о моей семье. 20 мая моего папы не стало. Он был слишком молод. Мне больше нечего сказать. Спасибо каждому за поддержку», – написал Кучеренко, младший. Также сын певицы призвал ценить родных и каждый момент с ними. «Жизнь – жестокая штука. Никто не знает, что может произойти», – отметил Костя. Помимо этого, он опубликовал фотографию с отцом и подписал: «Спасибо, папа. Люблю». Сейчас семья Петра Кучеренко не общается с прессой и не выходит на связь с общественностью. Сама Диана ушла в тень и отменила все мероприятия, связанные с ее наступающим юбилеем. Будем надеяться, что совсем скоро знаменитая певица сможет найти в себе силы выйти на связь с поклонниками. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Берегите себя и своих близких. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!